Продолжаем смотреть шоу «Чемпионы на льду» и новый сюрприз. Опять на льду чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Такого очаровательного джина выпустила из волшебной лампы Камила Валиева. Самый яркий волшебник в мире фигурного катания, лучший фигурист в истории сборной Грузии, призер чемпионатов Европы и Гран-при Морис Квиталашвили. Всем привет! Люблю вас! Привет, Джин. Здравствуйте. Морис, ты единственный парень взрослый в Team Тутберидзе среди кучи классных девчонок. Как тебя тренируется в такой компании? Это здорово. Я скажу, ну это, конечно, классно с такими девочками тренироваться. Они меня мотивируют, дают силу, на самом деле. И, конечно, это здорово. Они большие молодцы. Ну, то есть Этери Георгиевна действительно может работать не только с девушками, но и с парнями. Почему ты единственный пример? Сложный вопрос. Этери Георгиевна может все. Прекрасно, спасибо. Мы все рождаемся инвесторами. Вкладываемся в детей, их увлечения и спортивные достижения. Инвестиции с Тинькофф. Это просто и доступно. В приложении Тинькофф Инвестиции уже 4 миллиона инвесторов. Установи приложение Тинькофф Инвестиции.